Жизнь пациента всегда и везде на первом месте. Всегда. Самара, на вызов. Из-за своей работы он потеряет родных. Оль, я работаю, не могу сейчас говорить. Ты думаешь, что мне все это нравится? Я превратилась в придаток. Я не женщина, я чертов придаток, Олег. И может попасть в тюрьму. Вот это вот диплом. Фальшивый, конечно. На него заведут дело, его посадят. Но в скором времени... Ты настоящий хирург. Ты хирург от Бога. Он будет спасать чужие жизни. Как далеко ты готов зайти и чем ты готов пожертвовать? Пап, а ты всегда все делаешь правильно? Артур Смолянинов, Ольга Арнгольц, Полина Филоненко. В телесериале «Самара». На телеканале «Новый мир».